но взрыв был, конечно, мощный. Говорят, еще в соседней башне что-то взорвалось, прям этаж выбило. По предварительной информации, в атаке на Москву участвовали два беспилотника. У меня тряслась башня, у меня тряслись стены. И какой-то дым идет. Да что, прям передо мной. Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. Держись. Поехали отсюда срочно. Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. Ебать, Люсю. Да что ебало передо мной, то есть. Ебать, я вообще. Ребят, нашу башню взорвали. Башню в нашем комплексе взорвали. Первый взрыв был именно в IQ-квартале. У меня тряслась башня. У меня тряслись стены в квартире. И сработала пожарная сигнализация. Вышла на улицу. Валяются выбитые окна, осколки. И вот каждую федерацию тоже взорвали, потому что здесь все оцеплено, и там тоже все выбито. Входные группы, везде осколки, стекла. Так, здесь у нас был слышен взрыв, и какой-то дым идет из одной из башен Москва-Сити. Этаж. Это просто. Это горит. Это вот что-то взорвалось. Да. Конечно, сразу, как только произошел взрыв, мы подбежали к окну. И тут вокруг просто столько было дыма. Сейчас там стоит вот скорая. Все отцепили. Но взрыв был, конечно, мощный. Говорят, еще в соседней башне что-то взорвалось, прям этаж выбило. Здесь куча просто спецслужб, все перекрыто, и вот взорвали вот здесь, и я в своей башне это слышала, вот в этой. Ну, ты беспил, ебать, шарахнул. Все стекла, короче, все раз. Там еще федерация раз.
районе 10 этажа в здании IQ-квартала в Москва-Сити произошел взрыв. Высотки выбило окна, но пострадавших, как и серьезных разрушений, нет. На месте, вот как вы видите, работают все экстренные службы. По предварительной информации, в атаке на Москву участвовали два беспилотника. Оба они были сбиты. Сразу понятно, специальное имущество. Схема чего? Расходы. Слышал грохот очень сильный, первый грохот просто, ну как допустим, молния громкую я бьет, только это, ну, намного, конечно, я испугался, сразу упал на траву, мы здесь снимали, демонтаж сделали. Потом спустя там некоторое время, не помню сколько там, может полчаса здесь пришло, прямо стоял, вот сразу мост, и вот он прям летел через мост, полетел белый такой. Ну, это дроны ж маленькие получается, ну, наверное, как по телевизору видно, беспилотник. А этот большой? Большой, белый, да, такой, и прямо вот за крышу вот эту вот, и взорвал, и взрыв. Мы с друзьями сняли апартаменты отдохнуть, и в каком-то моменте просто услышали взрыв, и прям волной было, прям подскочили все. И потом очень-очень много было дыма, и ничего не было разглядеть. Но немного сверху прям видно было огонь. Thank you.